Проблемы личные и общие. Одни просят материальной помощи. Пенсионерке необходима операция по зрению, другие ратуют за целый переулок. В районе Лепканы несколько лет назад один из предпринимателей перегородил дорогу, ведущую к жилым домам. Сетуют, даже экстренные службы не могут к ним попасть. Вопрос поднимали и раньше. Собрали 64 подписи. Мы ходили по своему переулку, поскольку он относится к Бендерам, и ходили, все нормально. Да. Было в 2013 году. Да. Ту территорию, которую когда-то автокомбинат себе, ну, дополнительно брал, занял предприниматель Сариогла. И заодно прихватил и переулок. Хотя переулок разделяет два разных предприятия. Угу. Перегородил нам переулок. Мы теперь вынуждены уже 4 года ходить через Барницу. Глава обещал посетить в ближайшее время их район и увидеть все своими глазами и по возможности принять правильное решение. Прием граждан длился несколько часов. За это время удалось ознакомиться с проблемами около 20 жителей Бендер. На каждого из них заведена личная карточка, и каждая из озвученных проблем теперь под личным контролем главы госадминистрации. Прием главы проходит раз в 2 недели по средам. С проблемами главе может обратиться каждый. Елена Арасланова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.